Друзья, здравствуйте. 27 марта 2024 год. Я нахожусь в окрестностях села Морское. Вот у подножия горы Каматра. Вот там наверху гора Каматра. Вот здесь такие лысые горы. Само место Морское раньше называлось Капсихор, выжженная земля. Ну вот лесхоз посадил здесь сосны еще при советское время, в советское время. И потихонечку появляется другая растительность. Вот миндаль, или кто-то посадил, или птицы посадили. И вот я хочу вам показать, что миндаль начинает сам рассеиваться, то есть плоды падают и вниз по склону начинает падать и прорастать. И вот там, то есть можно посадить дерево вверху, и если оно дает плоды, орехи, ну, любые косточки, то это дерево размножится само. Поэтому лучше сажать деревья вот сверху, если у вас нет большого количества саженцев времени. И сажать на северных склонах. Вот южные склоны, вот те, очень сложно их что-то там сажать, потому что там все быстро выгорает. А здесь вот северный склон, здесь мох, и есть большой шанс, что здесь что-то зацепится, потому что поливать здесь сложно, это достаточно высоко, даже если воду подвозить по максимуму сюда, ну все равно носить придется далеко. Поэтому нужно искать такие места, которые увлажнены. Вот я нашел здесь канаву, такой северный склон, вода течет по этой канаве и идет вот туда вниз. И сегодня я буду сажать медвежий орех. Куплен он за ваши пожертвования. Это шикарное дерево, засухоустойчивое, ничем не хуже фундука. Вот. Ну, на мой взгляд, лучше, потому что у него стержневой корень, уходит глубоко. Питательные вещества достает из глубин. Ну, потом люди прививают на него фундук. Ну, я считаю, что в этом смысла нет. Оно само по себе лучше фундука, на мой взгляд, и стоит гораздо дороже. Вот. Эти семена мне я получил с Кавказа. Там мой товарищ Сережа Бучный для меня купил 2 килограмма за ваши пожертвования. Вот, и сейчас я буду рассаживать. Я жду, когда они прорастают уже до такого состояния, когда появляются носики, корешки. И вот ножом делаю такие луночки. Сюда вставляю и засыпаю мхом. И вот буду идти вниз по этому склону шагом там метр-два, не все прорастет. Вот. Еще там, где уходит глубоко, чтобы камень не попадало, тут еще проблема с камнями. Вот видите, такой корешок. Вот. Так что огромное спасибо вам за то, что вы мне помогаете семенами, саженцами, материальными средствами. Сейчас уже я заканчиваю сбор на транспортное средство, уже нашел машинку славуту, предварительно договорился, и в ближайшее время буду ее, скорее всего, брать. Если у кого-то есть возможность еще мне какую-то денежку подкинуть, буду рад. Всего вам доброго, до новых встреч, сажайте деревья, лесосады, чтобы вот эти вот места становились все более и более зеленые. На радость вам и всем живым вокруг. Всего вам доброго, до новых встреч. Ну и, к сожалению, из неприятного, пришла на место, где я сажал кедры итальянские.
они все благополучно выкопаны. Вот. Да еще кто-то здесь нагадил. Туалетные бумажки валяются. Вот. Они отличались и по виду, и по цвету. Так что кедры еще люди не готовы воспринимать в горах. Стараются утащить к себе. А обычные сосны, вот, которые я сажал, хорошо перезимовали. Ну, обычно никому не нужны, они и так здесь есть. Ну, буду сажать обычные. А кедры будут только под присмотром. Они хорошо зимуют. Вот. Буду раздавать в надежные руки. Вот здесь они росли. Ни одного не оставили. Ну, ладно. Бог их им судья. Вот. Руки опускать не буду. Буду сажать дальше. Либо сажать кедры уже в совсем недоступных местах, где люди не ходят. Все. Всего вам доброго. До новых встреч. Не хочется заканчивать видео на негативе, поэтому закончим на позитиве. Вот прорастают саженцы, которые косточки, которые я с вашей помощью покупал на рынке и сажал зимой. Вот сладкий миндаль. Его довольно много просыпается. Миндаль самый первый просыпается, потом пойдут еще и другие растения. Вот, так что миндаля точно хватит на всех. Ну а другие саженцы, ну Бог судья тем людям, которые выкапывают. Ну, вот. К сожалению, сосна очень плохо приживается, если человек просто ее выкопает. Да еще тогда, когда она начала идти в рост, сейчас, то большой шанс, что она погибнет. И больше мне не жалко, что она будет расти у кого-то. Жалко, что она погибнет. Вот, миндаль. Ну и так далее. Так что сажайте деревья или сосады, несмотря ни на что. Вот. Сажайте больше. И останется и вам, и всем людям вокруг. Вот просыпается миндаль. Всего доброго, вам доброго, до новых встреч.